Идем к реке Клязьме. Вон там склон ласточек. Мы приехали вот на таких сегодня велосипедов в лес. Рядом с такой вот березовой рощей протекает река Клязьма, на которой можно кататься на велосипеде. Можно и на машине, на самокате. На чем хотите, хоть на лыжах. Ага. Да, по Клязьме можно вообще кататься, да, на плотах, лодках. Только учтите, что течение слишком сильное, и вам придется выныривать не там, где вы заплывали. Назад против течения вряд ли кто-нибудь сможет наплыть.